Всем привет, это новая серия про порталы. Дашка, ты как? Нормально. Нормально. Ты хоть поздоровайся, а то ты после серии прошлой, я так вижу, не отошла. Здравствуйте, ребята. Да, здравствуйте. Вы знаете, что Дашка сейчас седая? После троллинга. Ладно, давай, Дашка. Что, ты посидеть решила? Ну да, перед дорожкой надо посидеть, потому что сейчас будут очень жесткие муки. Ну можно и полежать. Нет времени лежать. Вперед! Опа, опа, опа! Оу! Молодец, Дашка! Троллинг продолжается? Слушай! Что? Пошли дальше. Такая, слушай, ты прям заинтриговала, пошли дальше. Просто обломала такая, слушай. Так, вот тут вот красная фигня, значит она тут. О, ты уже видеть научилась? А, нет, я же могу подбежать и долбануть ей. Да, ты можешь. Отлично. Все? Да? Они же с одного удара ломаются. А, точно. Дашка приловчилась. Ну все, пойдем дальше. Идем. После дам. Да. Ого-го. Давай, проникаем. Оу, ничего ты резко как понос. Ты че? А, нет, нет, нет. А мне куда дальше, вперед бежать? Ну, не знаю, тут две дорожки. Выбирай, туды или туды. Две дорожки, два пути, и вот сюда. Ой, нет, нет, не сюда. Ладно, пойду вот сюда. Давай. Я даже не успела, я даже не успела зайти туда. Да, в общем, давай, телепортируйся ко мне, здесь поставишь спаунпоинт. Давай, здесь спаунпоинт ставь. Так, конечно, сейчас поставлю. Давай, давай. Все. Отлично. Нет, пойду вот сюда. Ну, теперь давай. Ты, кстати, можешь порталы-то под них кидать и это, убивать их. Точно, я забыла просто. Да-да-да. А-а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 
вижу эти шарики. Ай, давай, да, оранжевую под ту турель. Сейчас. Сейчас тебя опять убьют, Дашка. Да не, да блин! Дашка, бедная Дашка, такой троллинг веселый, боже мой. Я просто этих шариков на них не могу отвлекаться, понимаешь? Ладно, я тебе помогу, вот так, короче, хоп. Да чё, я не поняла, это ты там что-то сделал, что ли? Дед, я тебе помогаю. Мне кажется, ты мне нифига не помогаешь. Все, видишь? Я их убрал. А почему я не могу... Пипец. Ладно, просто... я сейчас отключу эту штуку. Отключи ее, она мне мешает. Ой, господи. Оу. Ты меня бесишь уже, красная фигня. Злая Дашка ты уже стала. Яблочки ешь, не забывай, а то помрешь. Да, конечно. А ты так и ждешь этого? Конечно. Так, куда дальше-то? Здесь тупик. Короче, здесь у тебя подсказка. Здесь вот в этих дверях ничего нет. Тебе надо идти либо вот сюда вниз, либо вон туда. Ой, тут опять этот шарик. Пошла я нафиг лучше туда. Такая, ну нафиг. Ой. Ты в портал наступила. Давай под них, короче, порталы кидай и спасайся. Да кину, я кину. Да блин, я даже поставить не могу. О, одну убрала, отлично, давай вторую. Там, да, все это. Не-не, это ты. А чё происходит? Почему я не могу это? А, вот. А почему я... Женя. Что? А где ты? Я там стою. Разве? А почему я не могу туда телеп... А, тут уже ничего нет. Да, я их расчистил. Дашка, ты что, запуталась, Дашка? Да, я в дверях запуталась. Ладно. Ой, рычаг какой-то у меня еще. О, сюда. Так. Да пипец! Да просто пипец! Ладно, давай я тебе дам вот эту пушку, на, и сможешь их притягивать. На, я тебе новую пушку давай. Дал. Давай! Притягивай теперь их, давай. Спасибо. Можешь даже в них блоками кидаться. О, притянула, отлично. Да? Ну да, одну смогла. А еще. Ну, почти еще. Давай, телепортируйся ко мне, здесь спаунпоинт поставишь. Ой, мои божечки. О, мои божечки. Слушай. Ну как тебе, жестко, нет? Ну так, да? Да, я опять куда-то пропала. Слушай, я не могу уже. У меня просто вообще истерика. Че, сейчас.
Давай, спалп, отлично. Да, все, прописала. Пипец. Пипец. Как его взять вообще? Да блин, да что происходит? Я же ничего не понимаю. Эти блоки я взять не могу. У меня просто Женя мне не помогает. О! Женек тебе помогает? Подписчики скажут, что Женек тебе помогает. А вот еще одна тварь. А, она даже... Ну ладно, просто... Правый надо брать. А, правый... Ну, я же ее так убила, наверное. Да. Че дальше? Сюда? Нет. Куда? Вот, там... вот рычажочек, где я стою. Давай, открывай. Да. Сюрприз такой. Ты можешь бок отбежать? Сюрприз. Сюрприз. А, они меня уже бесят! Бедная Дашка. Я опять вообще не пойми, где оказалась. Сейчас я это... Давай, приду давай. К тебе, Женя, приду. Оу, неплохо, неплохо. Так, куда опять? Сюда, что ли? Ну, ты вот здесь, давай иди дальше. А. Ты же там дверьку открыла. Ой, точно, я уже все... А, вот, 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 точно. Давай, там сруби ее. Все? Да. И день был тупик, ты неправильно пошла. Пипец! Ты чё? Сюда не надо было идти. Чё ты ржёшь? Отпусти меня. Злая Дашка, вы чувствуете злобу Дашки? Как она злится? Кошмар! Ахаха, блин! Женя. Короче, помнишь там шарик, тебе надо туда, короче. Я просто все это время... Да, шла не туда. Шла не туда, ты... и ты мне ни слова не сказал. Так я же злодей. Знаешь что, товарищ Евгений? Так, так, так. Я могу? Да, ты можешь так. Вот, все. Нет, не все. Давай я тебе помогу. Да не надо, я сама, блин. Такая, да не надо, я сама. Все, вот и все. А я не могу этот шарик? А это ты убиваешь? Ну ладно, спасибо. Кстати, можно рычаг нажать и тогда это. Так. А, и вот он запустился. Ой, а че мне эти блоки, нафиг они тут? Дверь откроем, солобим. А почему? Женя! Ты без этих штук должна их открывать. Чем открывать? Без этих штук. Ну, руками, ручками. Пипец, сейчас, подожди, цветочки. У Дашки стресс. У меня не то, что стресс, у меня уже... Ага. Поздравляю! Ты... Я правильно пришла? Да. Ой, а тут же против эти кор... А, ну все, а что мне делать дальше? Все, ты прошла, ты прикинь. Я прошла? Ты можешь, да, радоваться. Господи. Даже дождь пошел, даже небеса плачут, Дашка прошла. Плачь небеса. Ой, мамочки. Все? Все, да, твои муки окончены. Ты где? Ну, это не точно. А, ты решила полежать, отдохнуть? Ой. Ну, как тебе? Тебе честно сказать? Да. Я тебя так люблю, вот прям вот вообще не могу просто. Ого. Слушай. Да-да-да. Ночь? Ночь, да. Я тебе сейчас покажу портал на Луну. А, давай. Ты же хотела? Да, я тебе же сказала в прошлый раз, я так вот хочу на Луну. Сейчас. Все, вставай на куда... синий портал вставай. Ой, ты это... Ты чё? Чё произошло? Давай, телепортируйся ко мне. Ой, да, нет, все. А! Че, попало куда? Да обратно попало. Куда? Мне в него встать, что ли? Блин, портал на Луну не работает. Вот именно, я в какой-то комнате оказываюсь. Может, она это Луна? Я не знал. Не-не-не, сейчас я попробую. Блин, портал на Луну не работает. А может, мы тот портал убрать, который в стене? Нет. Он должен там ставиться. Ну ладно, короче, если подписчики знают, как поставить портал на Луну, то пишите в комментариях. Да? А мне в синий же надо было встать? Ну да, все правильно. Ну да, я в синий. Да, все правильно. В общем, я думаю, надо прощаться. Ты что скажешь? Ну, я думаю, да.
Ну, ты как, отмучилась, нет? А? Отмучилась, нет? Отмучилась? Ага. Ну, да, отмучилась. Так и так не уверена. В общем, дорогие друзья, лайк за Дашку, за меня. Да, поставьте, ой, не пожалейте все 10 тысяч лайков за то, что я делал. Да, Дашка тут бомбила жестко, так что давайте. 10 тысяч лайков, вам приятно. Нам не сложно. Да, нам-то как приятно. Дашке вообще вполне, вдвойне, втройне приятно. Не говори. В общем, с вами был Евген Бро, Дашка. Да, ставьте лайки, не забывайте, пожалуйста. Да, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на второй канал. Он появляется на экране, прямо такой кругляшочек, там два тигра, поэтому нажимайте. В общем, все, всем пока. Пока-пока.